связи с ТВ. Узнай новости первым. В Центре народной культуры «Берегиня» открылось сразу три выставки. Первая – ежегодная выставка народного творчества «Художники городу». Здесь живопись, графика, лоскутное шитье, керамика и многие другие техники. Всего 125 работ кстовских мастеров и художников. Вторая выставка – «Бабушкин сундук». Вся экспозиция построена на домотканном полотне, которое ткали еще в 19 веке вот на таком станке. По этой технике делали мужские народные рубашки, женские костюмы, скатерти, салфетки и полотенца. У нас сейчас как раз такое время прагматичное, и современный человек, наверное, не придает значения и не понимает, для чего нужно было усложнять себе жизнь тем, чтобы украшать дополнительно какие-то полотенца, например, или скатерть, что-то украшать, и не понимает в этом смысла. Но в то время понимали, и смысл был. Значительная часть экспозиции – уникальные экспонаты из музея библиотеки села Подлесово. Старинные рушники, строченные и вышитые подзоры, накидушки, вязание крючком по старинным узорам. Это все сделали наши предки своими руками. И заглядывая в будущее, мы обязательно должны оглядываться в прошлое, потому что в эти работы вложено и время, и труд. А самое главное, в каждую работу вложена душа мастера. Меня саму этой технике научила моя тетушка любимая. Мне было 12 лет в городе Кирове. Бабушкин сундук удачно дополняет авторский костюм по мотивам старинного народного женского наряда села Безводное кстовского района. Третья выставка «Край мой любимый» – персональная коллекция кстовского фотохудожника Юрия Молошникова. Он член Союза фотохудожников России, обладатель множества заслуженных наград разного уровня. Долгое время Юрий Николаевич прожил в Ждановском. В своих произведениях он запечатлел сам поселок и его жителей. Коллеги говорят, что у Юрия Молошникова есть способность замечать то, что обычный человек разглядеть не может. Ну, подбирает вот время дня или время года. Вот, допустим, там один снимает восход солнца зимой. Там иней, солнце всходит, там это такие цвета интересные. Бывает вечер, там луна. Уже совсем, это же место совсем другое. В экспозиции выставки более 100 фоторабот. Великолепные пейзажи, виды Кстова и Нижнего. И, конечно же, люди. Молодые и преклонных лет, озорные и вдумчивые. Все выставки будут работать в Берегине до 15 ноября и ждут своих посетителей. Евгений Кузьмин, Андрей Растов, Связист ТВ.